итоге. Здесь мимо ворот сейчас Кочеткова шайбу проскакивает. Игра продолжается в формате 5 на 5. Иванюженков и Евенко, соответственно, 7 минут отдыхают. О, здесь опасный момент. Но сейчас посмотрим, что в атаке произойдет. Опасный момент в зоне Витязя. На самом деле опасный момент. Он не потому, что кто-то мог забить, а потому, что там лежит Пыленков и держится за колено. Гика против Пыленкова. Вот так. И пока Пыленков вот здесь лежал, Витязь мог забить на самом деле. Ну, Пыленкова здесь приводит в себя на шатырем. Кравец, понятно, опять требует к себе судью. Так он из двух